На щуку подан в суд донос, что от нея житье в пруде не стало. Улик представлен целый воз, и виноватую, как надлежало, на суд в большой лохане принесли. Судьи невдалеке сбирались, на ближнем их лугу пасли. Однако ж имена в архиве их остались. То были два осла, две клячи старые, да два или три козла. Для должного ж в порядке дел надзора им предана была лиса за прокурора. И слух между народа шел, что щука лисоньки снабжала рыбный стол. Совсем тем не было в судьях лицеприязни, и то сказать, что щукиных проказ удобства не было закрыть на этот раз. Так делать нечего, пришло писать указ, чтоб виноватую предать позорной казни и в страх другим повесить на суку. Почтенные судьи, лиса тут приступила, повесить мало, я б ей казнь определила, какой не видано у нас здесь на веку, чтоб было впредь плутам и страшно и опасно, так утопить ее в реке. «Прекрасно!» — кричат судьи, на том решили все согласно, и щуку бросили в реку.